весны осталось несколько дней. По традиции они будут наполнены цветами, подарками и теплыми словами в ваш адрес. И я рад, что у меня есть возможность поздравить вас с наступающим Международным женским днем. Пожелать вам здоровья и настоящего счастья. И обязательно поблагодарить за все, что вы делаете для нас, для наших детей, для нашей Родины. Нас никогда не перестанет поражать и восхищать ваше умение трудиться с полной отдачей и при этом оставаться хранительницами домашнего очага, чуткими матерями и заботливыми женами. У вас получается успешно сочетать семью, карьеру, личное пространство. И это еще один повод гордиться вами, ценить вас, беречь и защищать. Говоря о трудовых успехах женщин, хотел бы особо отметить женщин нашей Тульской области. Учитывая специфику региона, большое число предприятий, связанных, как кажется, сугубо мужскими профессиями, ваши знания, навыки для нас всех очень важны. Вы владеете разными специальностями, ведете самую активную политическую, предпринимательскую деятельность, ярко проявляете себя на руководящих должностях. И неспроста говорят, что каждая женщина, как правило, исключение. Очень часто именно вы с вашей мудростью способны найти правильный путь и приемлемое для всех для нас решение. Но отдавая дань вашим личным и профессиональным качествам, прежде всего думаешь о глубине вашей духовной силы, о вашем терпении, понимании и умении прощать. Есть такая расхожая фраза, что женщины украшают нашу жизнь. Но она очень поверхностна, потому что именно вы делаете ее полноценной и осмысленной. Вы приводите нас в этот мир, помогаете сделать первый шаг, воспитываете, направляете. Всю свою жизнь мы чувствуем ваше участие, заботу и поддержку. И, конечно, любовь – это именно то, чему мы учимся у вас. Дай вам Бог всего самого светлого и доброго. Ну а мы будем стараться соответствовать вам. Делать все, чтобы в вашей жизни было больше радостных и беззаботных дней. Спасибо вам за то, что вы есть. И за то, какие вы есть. И в заключение, я не могу этого не сделать, большой вам и низкий поклон.